Андрюх, ну, на самом деле держались долго, потом в конце чуть отпустили. За что держались? Держались за вот этот гандикап. Понятно. Ухватывались. Ну, а как тебе игра Нью-Йорка сегодня? Почему состав не полный? Ну, наверное, это потому, что летняя лига, и кто-то отдыхает, кто-то на даче, кто-то еще чем-то занимается. Но вот сегодня вообще какая-то сборная солянки получилась. Сегодня играл Роман за нас, который играл в первом сезоне. Ну вот, Максим Ли подтянулся, очень как бы большую как бы пользу принес команде сегодня. Ну, чуть-чуть не хватило, 30 разница. Ну, для игры с Далласом, я думаю, вполне нормально. Ну вот, команда сильная. Дима Аникин. Прекрасная защита, 5 фолов, все как обычно. Но, ну, мне понравилась игра. В целом, больше ничего, наверное, сказать не могу. Круто все. Успех.